не знала, как быть иначе. За собой тебя позвала. Миллионов слов будет мало, я вся для тебя. Клевером из четырех листьев ты вошел, как будто искал. На Иисус в признаниях, мыслях шепчу про себя. Сдаться ты всегда успеешь. Кто любовь дает, кто потеряет, а ты меня не отпускай. Ты там заснула, Наташка? Надо по две смены пахать. Давай, вывози нас быстрее, а то табельщица свалит. Быстрее только пешком. А у меня движение по графику. Согласно купленным билетам. Смотри-ка, важничает. Полгода под землей, а уже строит из себя. Ты, Натах, совсем под землей одичала? Ты б зашла к нам в уголек. Мы бы тебя уму-разуму научили. Может, узнала бы, что новое. А может, и узнаю. А чему учить будете, ребят? Антрацит от каменного отличает? А мы просто мордами не вышли для Суворовой. Да куда ушла? А так, ты лучше тайну открой, от кого мальца пришла. Наташка, придержи клеть. А хочешь, Натах, я тебе второго пацана заделаю. Ничего, Натах, сейчас мы им рога обломаем. Паш! Ты что творишь, дура? Ненормально! Выпусти нас! Что, ну будут знать, как своих обижать. Нет. Нет, Федор Иванович. Ситуация нестандартная на подъеме. Уже все работает. Ну, извини. Шамиль Саидович. А вы разве не завтра должны были вернуться? Где Алина? Стыд потеряла. Шамиль Саидович, вы все неправильно поняли. Шлюхой была, шлюхой и осталась. Иди, Игорь, потом поговорим. Комнату иди. Я тут пылесосить собралась. А кто это приходил, тетя Надя? Где? Тебе показалось. Бегом умываться. А то совсем тут на каникулах разбалуешься, тебя твои шведы обратно в школу потом не примут. Швейцарцы, тетя Надь, я вам 100 раз говорила. Господи, что ж теперь будет? Убирайся из моего дома. Бедняжка. Это мой дом. Ты мне его подарил уже 2 года как. Вот это я могу поправить.
Шамиль, милый, не трать последние вздохи на бесплодные мечты. Вон! Я сказал! Таблетки. Таблетки дай! Стоять! Ой, как мы торопимся любимого хозяина спасать. Помоги. Алина, он же умрет. Значит, судьба у него такая. Ну что мы так засуетились, а? Не успела уговорить моего мужа вписать тебя в завещание? Алина, я тебя прошу, помоги ему, пожалуйста. Давай я вызову скорую. Стоять! Рот на замок. Хоть полслова кому, сама знаешь, что будет. Ну, хватит скулить. Дети где? Максим с Анной еще спят, а Валя в ванной. Ну что стоишь? Звони в скорую, пусть приезжают, констатируют смерть. Стой! И портрет Шамиля в гостиную отнеси, там его место. Хорошо. Игорь, у нас большое горе. А что Михалыч потом с этим списком делал? Я откуда знаю? Суворова! Ну и? Что там с платформой? Да она с бригадой подцапалась. Шш. Бригада тут ни при чем. Это я виновата. Там была такая ситуация. В общем, это я ошиблась при управлении. Она виновата. Она ошиблась. Да потому что работа в шахте не по тебе. Но вы же знаете, что я сейчас в городе больше нигде не устроюсь. И мне нужно заработать стаж для поступления. Да если бы Шамиль не был твоим крестным, ты бы давно с шахты вылетела. Больше такого не повторится. Конечно, не повторится. Больше тебя с отцом покрывать некому. Шамиль Саидович умер. Инфаркт. А я твои фокусы терпеть не буду. Пошли. Идемте. Я вас с самого начала предупреждал. Вы же не слушаете. Отличный костюм. Я его в Милане брала. Алина, за что ты с ним так? Он хороший хозяин был. Мало он для тебя сделал. Ты не понимаешь? Теперь я хозяйка. Данин, я буду в 10. Я помню встречу с французами в 10:30. Ты филиалам сообщила? Понятно. Ну, отлично. Какой вы занятой, в такую рань уже рабочие вопросы решаете. Ну, приходится. Но личные вопросы решаю в приоритетном порядке. Нина, я не тебе. Побудь на линии, мне мама звонит. Да, мам. Сашенька, сынок, у нас большое горе. Шамиль умер. Погоди, как умер? Ему же стало легче после операции. Врачи сказали... К сожалению, врачи ошибались. Похороны сегодня. Успеешь к обеду до Никанова добраться? Да, конечно. Но вы держитесь там, целую. Скажи, чего тебе не хватает? Папочка, просыпайся. Мам, привет. Мы с дедом играем в военную игру. Он пошел на военное здание добывать кристалл. Егор, ты опять один ночевал? А ты не оставляй меня одного. Сколько можно работать? А кто нас кормить будет? Я буду меньше есть. Мороженого? Так, а ну давай быстрее иди умываться и хорошо почисть зубы. А я пока сырники приготовлю. Давай, а то опять опоздаешь.
Макс, просыпайся. Отстань от меня уже. Макс. Быстро приведи его в чувство. Алина Сергеевна, я стараюсь. Не надо мне рассказывать, сколько он выпил. Ты жена, так следи за своим мужем. Через полчаса жду вас в гостиной. Чё кисляк на фейсе? Опять себе плохо вел? Макс, ты что, ничего не помнишь? Отчим твой умер, похороны сегодня. Сейчас уже гроб с телом привезут. Собирайся. Да. Странно, как раз именно это я и помню. А как я домой добрался? Я же в Алмазе был. Макс, прошу тебя, собирайся. Я помогу тебе одеться. Лучше бы ты мне раздеться помогла. Хотя, знаешь, Анечка, не факт. Егор, давай быстрее, до звонка 5 минут. Давай. Мама, можно я сегодня в школу не пойду? Чего это вдруг? Живот болит очень. Ну, тогда вызываем скорую. Тебя отвезут в больницу. Сделают 3 укола. Один в попу, один в живот и в язык. Мама, учительница говорит, что ты непорядочная, потому что деньги на ремонт не сдала, а другие сдали. Передай, пожалуйста, учительнице, что деньги я принесу на следующей неделе. Обязательно. Мама, дедушка рассказывал, что в его копанке здоровенный алмаз. А когда я вырасту, я его найду, и мы разбогатеем. И тебе не придется работать на шахте. Егорушка, милый, ну пообещай мне, пожалуйста, не подходи к дедушкиной копанке, хорошо? Я не волнуйся. Я поступлю в институт, и у нас все наладится. Обещаешь? Обещаю. Давай. Спасибо, что со мной поехали. Одному было бы хуже. Мы ж тебе не чужие. Я твой крестный. И Кирилл тебе как брат. Да и с Шамилем столько лет друзья. Ты меня отца заменил. Да, детей он любил. Этого у него не отнять. Возился со всеми. С тобой, с Максом. В дочке своей души не чаю. Надо врачей к ответственности привлечь. Они же говорили, операция прошла просто блестяще. Да у них люди на операционных столах мрут, и то они руки умывают. А здесь скажут, что перенервничал, режим не соблюдал. Неправильно это, Марина. Пора нам уже жить вместе. Прячемся, как дети малые. Ты что, мне предложение делаешь, Петь? Ну, а что это? Куда это годится? Взрослые люди, а я бегаю, как пацан, к тебе по ночам. А Наташка как? Да она только забудет. А Егорка? Тьфу, а Егорке одному дома сидеть не придется. Ну? Я хочу поговорить с отцом. Наташенька, давай в дом зайдем и... Поговорим спокойно. Держи. Что, доченька, родного отца из дому выгоняешь? Шамиль умер. После обеда похорон. Петь. Макс, какую наденешь? А? Ай-на-на-на-на. Чё, красную неси мне. На похороны? Ты чё, решила получать меня, тупая идиотка? Я тебе сказал, красную рубашку неси мне. Ай-на-на-на. Ай-на-на-на.
Только плакать здесь не нужно. Никто не собирается жалеть. Тебе. Надо было мне послушаться, мать, и женился на тебе. Даже ребенка родить не можешь. Перестань. Нет, ты знаешь, не то чтобы я сильно хотел ребенка. Ну, просто мамаша бы отстала. Все ей мало, хотела породниться с мэром. Кстати, от твоей семейки только и надо было, чтобы присосаться к нашей шахте. Ты же знаешь, что это неправда. Я люблю тебя. Люблю, не люблю. А ты что-то знаешь об этом, а? Мало ли кого я любил. В этой тебе намного лучше. Мой папа говорит, белая рубашка годится на все случаи жизни. Да ладно, не смеши меня, папа говорит. Твой папаша и мэром стал, только потому, что это ему позволили мы, хмелевские. Давай. Ну что ж вы за народ такой, журналисты, а? Я мэр города, должен объяснять тебе элементарные вещи. Умер хозяин шахты Алмазной. Это что, беда? Это трагедия для всего Аниканова. Потому что Алмазная — это градообразующее предприятие. Не будет шахты, пропадет Аниканова. Что, не ясно? Ясно. Давай, Антон, постарайся, напиши от моего имени сочувствие семье покойного. Только так, чтобы они все рыдали. И фотографии сделай соответствующие. Фотографировать похороны? А зачем? А затем. Вдруг вдова покойного захочет проверить, кто пришел, кто уважение семье высказал. Понятно, хорошо. Скажите мне... Так, все, давай, иди. Работай, только без сюрпризов. Да. Да, я слушаю. Что там еще, Виктория? Эдик, ты послал за нами машину? Да я давно послал. А вы что, до сих пор еще не выехали? Вик, ты с этим не шути. Эдик, мы же не можем заявиться, черт знает в чем. Мы собираемся. Катенька, может тебе одеть более закрытое платье? Мама, я собираюсь выглядеть просто ошеломительно. Чтобы Саша глаз от меня не мог отвести. Катюшенька, Александр Хмелевский, конечно, замечательная партия для тебя. Но смотри, не перегни. Как бы Алина Сергеевна не оскорбилась. Мама, Саша когда был последний раз в нашей дыре? Год назад? На свадьбе брата? Я целый год ждала своего шанса. Слава тебе, Господи, хоть Шамиль умер. Как долетел, сынок? Ты как? Страшно мне так внезапно остаться одной. Ты не одна, Алина. Я с тобой. Да. Сожалею о вашей утрате, крестная. Да. Да, большое горе. Шамиль еще в доме, вы можете попрощаться с ним. Слава дружин. Братишка приехал! За это стоит выпить. Пойдем, пойдем. Макс. Че? Судя по всему, тебе уже хватит. А ты что, приехал меня уму-разуму учить, а? Или, может быть, у тебя там в столице не получилось, а тут опанький, отчим умер. Это же наследство! Замолчи, Максим. А что, я прав, денежки нужны, да? Нужны мне деньги, Шамиля. Да ладно, что ты мне здесь лепишь? Максим, если ты сейчас же не успокоишься, то горько пожалеешь об этом. Ой! А ты мне карточки заблокируешь? Или в угол меня поставишь? Макс. Я чё? Тебе лечиться нужно. Я могу помочь. Эй, ладно, не нужна мне твоя помощь. Наташа. Наташа.
Наташенька! Наташенька, ну наконец-то что-то хорошее! Я в гости пришла, пропустите, пожалуйста. Да подожди, подожди! Подожди, Наташенька, это же судьба! Такой день, а тут вдруг ты! Максим, что ты себе позволяешь? Наташа, я скучал по тебе. Слушай, а ты давно в Аниканово вернулась? Давно. А я здесь уже целый год торчу. А как это так получилось, что мы с тобой не пересекались, а? Наташа. Пожалуйста, не позорь свою жену. Макс, ты что, это? Подожди, стоп. Ты что, это имеешь в виду? Так я с ней разведусь. Хочешь, я завтра с ней разведусь? Прекрати. На нас уже все смотрят. Да плевать я на всех хотел. Наташа, я когда тебя увидел, я понял, ты мне нужна. Я не могу без тебя. Да, я просто не понимаю, почему мы расстались. Да, я обидел тебя. Но я изменился, прошло время. Наташенька, пожалуйста, не уходи, а? Нам же хорошо было. Макс, просто, я не могу, без тебя. Наташа, я не понимаю, Макс! Почему... Максим! Виктор Ильич, зря вы так много пьете. Да что ты лезешь? Наташа! 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 Подожди, Наташа. Какое горе. Подожди, мои соболезнования. Спасибо, Катя. Мы с тобой 100 лет не виделись. Угу. Как дела? Как столица? Нормально. И у меня, и в столице. Прости. Ну что, Юлька, не жалеешь, что ко мне переехал? Ну-ка, дай подумать. Антон, я люблю тебя. Полюблю я Аниканова. Значит, не пожалеешь. Так, сейчас я тебя со всей этой публикой познакомлю. Видишь вот эту красивую, элегантную женщину? Это Алина Хмелевская. Жена покойного, новая хозяйка Аниканова. А вот этот красавец возле юной девушки? Старший сын ее, Александр. Успешный бизнесмен, живет в столице. Девушка рядом с ним, дочка Шамиля. Вот у кого настоящее горе. Угу. Это младший сын, Максим. Тот еще сумасброд и пьяница. А за руки его дергает жена Анна, дочка нашего мэра. А вот и сам мэр, вместе со всем семейством. Так талантливо разыгрывают скорбь. Еще одна дочка мэра, Катерина. Она, по-моему, тоже не прочь стать Хмелевской, как ее сестра Анна. Так. А это Наташа Суворова с отцом Петром Ивановичем. Оба работают на шахте. Простых шахтеров сюда не приглашали, но этих выгнать не посмеют. Суворов с детства дружил с Шамилем и с Хмелевским. Юлька, посмотри. Нардеп Анатолий Плохотнюк. Давний друг Алины крышует ее. И его сын Кирилл. Скорее всего, следующий прокурор нашего города. А вот и Шорох. Начальник местной ментуры. Ковриком готов расстелиться перед Алиной. О, а это Макар, цепной пес Алины. Страшный человек. А вон там ее служанка Надежда. Вечно перепугана. Алина Хмелевская тут всех построила. Без нее тут ни посмеяться, ни поплакать. Почему? Работы-то нет, только у нее на шахте. Ну ничего, я ее не боюсь. У меня на нее такой компромат есть. Антон, я начинаю за тебя бояться. Не бойся. А что это за барышник, который так рвется, Максим? Это Наташа Суворова. Его первая любовь. Ты что, переехала? Да нет, Кать. Тут я в Никаново. Просто нигде не бываю. Так а чего? Давай где-нибудь посидим. Можно в клубе на втором этаже «Алмазы». Ну, выпьем по коктейлю, потанцуем, вспомним школу. Давай. Не обещаю. Сын, работа. Свободного времени вообще нет. Жаль, но ты хоть звони. Я побегу. Мне нужно Егорку со школы забрать. Что у тебя с ней общего? Так это что, не знаешь? Мы же в школе вместе учились. Дружили. Чего себе подружка? Нагуляла ребенка неизвестно от кого. Анька, на улице 21 век. Женщины рожают от кого захотят. Цепляются, кому захотят.
Я сегодня к Максу моему приставала. Прямо на похоронах. На ней небось пробы ставить негде. Анька, какая тебе разница, кто засматривается на твоего мужа? Живет-то он с тобой. Так и Макс с него глаз не сводил. Ладно, пойду. Саша, а мне одной так холодно или просто ветрено сегодня? Надень. Здесь и правда пробирает насквозь. Пойдем. Прям как на свадьбе Ани и Макса, помнишь? Тогда тоже меня согрел ты. Ну что ты? Это был не я, это пиджак. Наверное, каблук сломала. Держи, за меня вот так. Саш, спасибо, у тебя очень сильные руки. Это же надо так. Это вкусно. Ренат, скажи, а ты Егор не видел? У нас последний урок отменили, а все учителя пошли на кладбище. Поэтому я решила с пацанами футбол погонять. А он с вами не играл? Нет, он убежал. Ой, боже мой. Только бы не на копанку. Сегодня только за Шамиля. Пусть земля ему будет пухом. А завтра поговорим о наших делах. А завтра, мам, я возвращаюсь к своим делам. Я не буду руководить твоей шахтой. Подожди. Хочешь родную мать бросить на произвол судьбы? Я сама со всем этим не справлюсь. Мне нужна твоя помощь. А что ты за сын? У тебя же два сына. Раньше у Макса хотя бы отмазка была. Я учусь. И все. Ты ему купила диплом? Женила его? И что? Он же год сидит на твоей шее. Слоняется по дому, мозги пропивает. Может, хватит, а? Пусть он немного поработает на благо семьи. Ты издеваешься? Ты хочешь, чтобы он нас разорил? Не смотри на меня так, мам. Я не останусь. Я не хочу жить под твоим контролем. Мне этого в детстве хватило. Я не собираюсь тебя контролировать. Ты уже взрослый человек. Вот именно. Горько. Горько услышать такое от любимого сына в такой страшный день. Хватит, мам. Зачем этот спектакль? Я же тебя прекрасно знаю. Сначала сделаешь меня директором, потом всю кровь выпьешь. Нет, не будет этого. Саша, ну останься хоть на первое время. Ну вот ты хочешь, мы внесем в договор пункт о невмешательстве. Саша, ну на кого мне положиться? А я? Перестань перед ним унижаться. Я займусь шахтой. Максим, у тебя нет опыта работы, и ты еще не готов. А он готов? Ему вообще плевать на нас. Ну давай, встань перед ним на колени. Смотреть на вас противно. Вот. И ты хочешь оставить меня одну со всеми этими проблемами? Хорошо, мам. Я подумаю. Но я ничего не обещаю. Егорка!
Не уезжай! Не бросай меня тут! Валенька, Валь, тише, тише. Ну, ты же сама скоро уедешь в свою швейцарскую школу, а? Это только через месяц. Еще нужно внести деньги за обучение. Не бросай меня с Алиной, я ее боюсь. Тише, Валюш, ну ты чего, а? Ну, мы ж не навсегда расстаемся, а? Опять жалуешься? Не обязательно устраивать спектакль. Мы все страдаем, не только ты. Мама, это уже слишком. Она отца потеряла. Ей очень тяжело. А я потеряла мужа. И мне тоже не сладко. Егорушка, что ты здесь делаешь? Я хотела спуститься в дедушкину копанку. Но там страшно. Но ты не волнуйся. Когда я вырасту, я обязательно тебе найду алмаз, и мы разбогатеем. Я заработаю на много-много денег. И поедем путешествовать, да? В Турцию, в Египет. А давай лучше заплатим за ремонт в классе. А ну-ка, вырви мне листок с тетрадки. Давай. Это особая птица. Такую умею делать только я. Егорушка, мы обязательно с тобой полетим. Что, на это не настоящая птица? Это птица тебе. Чтобы ты верил, что в жизни существуют чудеса. Потому что мама тебя любит больше всего на свете. Большой ты человек был, Шамиль. Не, ну, правда, такой бизнес замутил, рисковать не боялся. Все время выигрывал. Вот скажи мне, просто интересно, ну, как ты так мог вляпаться, а? Серьезно, извини, я, да, пардон, это все бабы. Если бы не эти бабы, мы бы с тобой нормально пили. Ну, по-нормальному, понял, да? О! Что? Я опять не прав? Что ты несешь, а? Ты скоро до белой горячки допьешься. А есть чего, мам? Есть чего? Просто страшные мысли у меня в голове. Тебе денег покойного отца было мало, да? Так ты и Шамиля решила на тот свет отправить. Было нас в молодости трое, не разлей вода. Я, Хмелевский и Шамиль. Царство ему небесное. Первым ушел Хмелевский. Жена его, Алина, вышла за Шамиля. Вот я один остался. Ну что мы забыли в этой грязной пивной? Угощу шахтеров. Пусть помянут Шамиля. Да они уже и так. Не слабо угостились. Санек! Саня, извини, я немного не в форме, сам понимаешь. Да все в порядке, Петр Иванович, все в порядке. Знаешь, Сашок, чего Шамиль больше всего хотел? Он мечтал
шахту алмазную реконструировать. И есть вариант, если отдаленную проходку направленным взрывом отрезать, тогда шахту алмазную можно вернуть малой кровью, понимаешь? Петр Иванович, это теперь мамины заботы. Я знаю, как вас ценил Шамиль и мой отец. Давайте я угощу вас. Выпьем за их память. Кишка тонка. Кишка тонка! Давай, чеши, чеши в свою столицу. А Алина тем временем из шахты алмазной будет лопатой бабки грести, пока своды в забое не обрушатся. Аллочка, еще два пива. Всем налейте. Давайте помянем Шамиля. Все. Я сдаюсь. Пойдем спать. Мама, мой папа, он какой был? Мы же с тобой говорили много раз уже. Хороший был. Любил нас. Ну, ну что с тобой? В субботу матч будет с 3-м Б. Все с папами придут. Ну, а ты с дедушкой пойдешь. О, дед! Привет. Наташ, там Петя в кафе перебрал. Ну, я тебя прошу. Сходи за ним, а? Ма, ну сходи за дедом. Он тебя точно послушается. Ладно. Вы поборетесь с Егором? Конечно. Спасибо. Пап, вставай. Папа, вставай. Ты слышишь? Давай. Наташа, солнышко мое. Папочка, вставай. О, принцесса явилась. Пойдем, выпьем, пообщаемся поближе. Да все, ребят, пошутили, хватит, не давай сейчас. Не, ну хорэ выламывать. Пусти! Парень! Тихо, тихо, тише. Эй, эй! Тебе что-то непонятно. Отстань, девушка. А что ты нарываешься? Злить меня не надо. Да вали его! Вы что, мужики? Это же сын хозяйки. Ну чего замер? Или ты только перед девушками такой смелый, а? Нож брось! Мне помощь не нужна. Вы вообще как здесь оказались? Заблудились, что ли? Пап, Наташенька, моя девочка. Крошечка, Наташа! Ну что, пообщался с народом, набрался впечатлений на вечер. Идем отсюда. Идем, идем. Все нормально. Спокойно. Это не акт. Это профанация. Стропила и балки давно прогнили. Их срочно надо менять. Если б Шамиль об этом узнал... Нет больше никакого Шамиля. Я здесь начальство. Понятно? И не таким, как ты, мне рассказывать, что делать. Что? А? Ударить меня хочешь? Давай, бей. Бей. Вылетишь, как пробка, и статью заработаешь. Да пошел ты. Руки еще об тебя марать. А, Александр Викторович, вот Аверченко вам тут дело наворотит. Да, 40 лет жизни моей, твоего отца Шамиля. Все коту под хвост. И все из-за таких вот, как этот. Что происходит? Совсем. Персонал от рук отбился. Совсем отбился. Примем меры. Петр Иванович профессионал в своем деле. Был. Был профессионал. А сейчас так, шлак. Отработанный материал. Увольнять надо чем раньше, тем лучше.
Ты кого только что шлаком назвал? Вот, полюбуйтесь. Еще одна сумасшедшая. Суворова, тебя стучать учили? Стучать нужно, когда в кабинет заходишь к начальству. Я бы постучала, если бы я уважала свое начальство. А вас? За что уважать? Да вы еще не родились, когда мой отец первый раз спустился в забой. Он шахту как свои 5 пальцев знает, а вы его шлаком называете? В чем суть конфликта? Старую штольню давно пора консервировать и укреплять новыми стропилами. И мой отец об этом знает. А Верченко экономит, конечно. Ему же наплевать на шахтеров. А вы тоже работаете в шахте? Да, работаю. Давайте я вам покажу, в чем суть конфликта. Своими глазами посмотрите, в каком состоянии стропила. Хорошо, давайте, показывайте. Александр Викторович. Каску возьмите. Начальству белую, а всем остальным оранжевую. Пройдемте. Фух, так. Эх. Довел меня этот козел Аверченко. Ну, Петь, ты с ним поосторожней. Все-таки начальство. Да в гробу я видал такое начальство. Подержишь? Ага. Молокосос, ничего. Я с ним разберусь. Надо заграждение... Ой-ой-ой, боже, извини. Поставить на копанку. Я Наташке обещал. Ладно. Это мы сделаем. Не ударится. Так. Сейчас я спущусь в шахту. Ага. Проверю там все. И вернусь. Давай. Это копия завещания Шамиля. Вступит в силу спустя месяц после его смерти. Читал? Завещание Шамиль указал, что почти все оставляет своей дочери Валентине, когда той исполнится 18 лет. Малолетка ничего не получит. А я? Хозяйка. Вы помните наш уговор? Я вам служу, выполняю все ваши приказы. По истечении 15 лет вы мне выплачиваете бонус в размере $500 000. Нашел время для просьб. Уговор дороже денег. Дороже денег ничего нет. Дороже денег еще мечта. Жить на берегу моря. Я тебя не узнаю, Макар. Ты слишком много говоришь. Я ведь так и передумать могу. Ну ладно. Посмотрим, как справишься. Я в долгу не останусь. Катерина Ирзаева пришла. Пригласи ее. Ну что стоишь? Иди работай. Не видишь, я занята. Валерия Сергеевна, здравствуйте. Папа сказал, вы хотели меня видеть. Я сразу же примчалась. Это хорошо, что сразу. А как Саша? На похоронах был таким бледным. Потрясающий портрет. А, Алина Сергеевна, вы королева? Нет. Я просто хозяйка. А Саша? Саша молодец, он сильный. Он сейчас на шахте, входит в курс дела. Саша остается в Аниканово? А я вижу, ты этому рад. Я сейчас еду на шахту. Ты хочешь составить мне компанию? Конечно. Мне интересно все, что связано с Сашей. А я это заметил. Еще год назад. На свадьбе Макса и твоей сестры. Сколько можно уже? Петь! Ой. Что с тобой? Ты чего? А? Мариш. Пей. Чего? Наконец. Наконец-то мы
Мы богаты. Тьфу. Господи, это что такое? Алмазы. Алмазы? На 100%. Там алмазная жила. Пить. Мои друзья, Шамиль и Хмелевский, на себя алмазную шахту приватизировали, а мне эту старую копанку как кость кинули. Думали, там нет ничего. А там, там, Мариш, все. Заживем теперь. Послушай, так надо же это чего-то о, делать. Все, теперь точно надо закрыть, чтоб ни одна живая душа сюда близко не подошла. Вот здесь начинается опасный участок. Я вам сейчас покажу место, где свод просел. Там сгнили опоры и вот-вот упадут. Поймите, папа был прав. Этот участок давно пора консервировать. Ты знаешь, какая там жила? Мы потеряем уйму денег. А жизни людей ничего не стоят? Я не для вас просто шлак. Незачем было сюда переться. А, собственно говоря, участок можно было в кабинете на плане посмотреть. Ну так принесите нам этот план. Когда? Сейчас? Ну да. Сюда? Ну а куда еще? Вы, наверное, думали, что я только кнопки умею нажимать. Да нет, что вы. Это было бы слишком скучно для шахтерского городка. У вас и розочки из бутылок неплохо получаются. Алина Сергеевна, в шахте обвал. Южный участок, там люди. Точнее, двое людей. Алина Сергеевна, Саша под землей. Что ты сказал? Кто под землей? Боже мой, Саша. Точнее, Александр Викторович. Это все Суворов, это она его увела. Участок смотреть. Иди вытащи его оттуда, понял? Я не уйду отсюда, пока не увижу Сашу. Вы лучше меня разбираетесь в шахтах. Как думаете, скоро выберемся? В этом месте проходят две параллельные штольни. Но сейчас оба выхода завалены. Толщина пласта примерно 6-7 метров. Так, спокойно. Безвыходных ситуаций не бывает. Нас обязательно спасут. А вот это... Это особенная птица. Делать ее умею только я. Вы мне верите? Вот, держите. Это моя птица. Я вчера такую же делала своему сыну. Жаль, не поможет. Почему? Чтобы разобрать завал им. Понадобится дня три. А у нас воздуха от силы часа на 4.